Главный тренер ФК «Рео» Александр Ирхин. Александр Сергеевич, что сегодня не получилось у команды? Вновь уступили со счетом 0-1. Не получилось забить. Вот и все. В этом-то вся и беда, что не получилось забить. Не получилась игра в атаке, прямо скажем. Не получилось в атаке, и недостаточно мы конструктивны и точны были в фазе перехода из обороны в атаку. Здесь было много потерь. Хотя начали вроде бы неплохо, имели какое-то территориальное преимущество, но, еще раз говорю, его реализовать не смогли. В итоге пропустили мяч совсем необязательный, бросили зону, игрок один получает. В общем, не получилась игра в атаке, я бы так сказал. Были готовы к длинным забросам соперника по флангам? Ну, как были готовы. Ну, любая команда, в принципе, если такая возможность есть, она так играет. Вот. Но, с другой стороны, мы эту команду я, во всяком случае, не видел. Поэтому сказать, там, что к чему-то мы были готовы, к чему-то не готовы, я не могу. Вот. Ничего неожиданного не было. Ну, так показалось, что достаточно хорошо сыграна команда. Завтра играть без центрального нападающего, без капитана команды Талалаева. Каких пристроений в атаке ждать? Может быть, Максим Ардианов, защитник, вперед? Я сейчас не готов на этот вопрос ответить. Что делать? Ну, это футбольная жизнь. Дисквалифицированный игрок играть не может. Впереди два матча, и команда в зоне вылета. Есть какие-то дополнительные слова в раздевалке? Ну, в раздевалке это завтра все будет сказано. Так сказать, дополнительные это или основные, и какой они будут иметь эффект, это покажет результат только завтрашней игры. Александр Сергеевич, Ставрополь для вас чужой город. Вот с какими чувствами прибыли? С удовольствием приехал. Позитивные изменения. Город стал красивее, дороги лучше. Так что самое позитивное. Куда-то было желание вот попасть? Что-то у вас осталось с тех времен? Скажу, но это останется внутри меня. Спасибо.